Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня у меня очень хороший день. Я купила сегодня гречку. Представляете, пошла, короче, на почту получать посылку. Купила в интернет-магазине я вещи. Еще не знаю, какие там вещи. Может, я тут буду с вами. Увидела, короче, гречку. Алтайская сказка. 52 рубля. Стояла на витрине 7 пакетов. Я спросила, есть ли у них еще гречка. Они сказали, больше нет. Я забрала все 7 пакетов гречки. Сейчас раскроем посылку. Посмотрим, что мне прислали. Купила я вещи на 4500 в интернет-магазине. Поздравьте меня с покупками. Надо... Сейчас я приду. Нужно как-то открыть это еще дело. Вот. Распечатаем. Главное, у меня большая радость, что я купила гречку. А остальное в поле трава не растет. Представляете? Ой, что там? Что там? Пижама. Пижама. Посмотрим. Что же за пижама? Глянем-ка. Не знаю, размер подойдет, не подойдет. Какая красавица! Она мне большеватая, наверное, да? Как вы думаете? Ну, цвет очень приятный такой. Не знаю, девочки. Большая, короче, не малая, да? Вдруг я еще вырасту. Кто его знает? Штанишки. Посмотрите, какие сексуальные штанишки. Повыше сделай. Штанишки. Фирма, девочки. В этих штанах, конечно, я утону. А что делать, девочки? Что делать? Класс. Так, дальше идем. Ладно, пижама. Не знаю. Померю, девочки, померю, покажу все. Не переживайте, мои родные. Что здесь у нас такое? Так. Все заклеено. Это на что? Это туника такая. Мне кажется, все же большая. Надо было поменьше размер брать, да, девчонки? Вообще, на Иван Великого. Ой-ой-ой, что делать? Я же не такая большая девочка. Я, наверное, с размером ошиблась. Девчонки, что делать? Штанишки. Да, очень большие штанишки, девочки. Очень большие. Ой-ой. Назад можно. Назад можно вернуть, да? Не знаю. И, короче, шапка. Не знаю, девочки, что делать. Надо менять. Не знаю. Я в шоке. Немножко. Я ошиблась с размером. Никогда вещи не заказывала через интернет-магазин. Представляете? Первый раз в жизни. Заказала вещи себе. Только, наверное, фуражка будет как раз. Да? Ой, сейчас я, короче, померю пижаму. Подождите. Сейчас я померю пижаму, сейчас я приду.
большой, конечно. Я утонула. Я думала, девочки, что я такая большая. Представляете? Посмотрите на меня. Я думала, что я такая большая. Я взяла, короче, самого большого размера. Потому что, я думала, что я очень большая девочка. Оказалось, не очень, девочки. Посмотрите, что делать. Качество очень хорошее. Это немецкое качество. Очень хорошее качество, да? Ну, посмотрите, девочки, ну, что такое-то? Что делать-то, девочки? Очень. Девочки, я в шоке. Я в шоке, девочки, представляете? Сейчас померю тунику. Штаны даже лучше не мерить. Ой, девочки, я в шоке. Что делать? Где мне большую девочку найти? А? Ай-яй. Ай-яй. Мне надо большую девочку найти, девочки. Ой-ой. Ой. Девочки, что делать-то? Я не знаю. Я, короче, в расстроенных чувствах, девочки. Вот туника, конечно, тоже большая. Гляньте. Вы гляньте, девочки. Вы гляньте на меня. В штанах, короче, я вообще просто это... Утону. Утону. Это все. Это конец, девочки. Представляете? Что делать? Германское качество. Очень хорошая фирма. Это не реклама. Я, короче, вообще... Расстроилась, девочки. Пишите в комментариях, что мне делать. Я не знаю, девочки. Что мне делать? Пишите. Пишите, девочки. Скажите мне что-нибудь. Я прям не знаю, девочки. Что мне делать? Представляете? Фуражку хоть померить, что ли? Что хоть с фуражкой-то? Ой, девочки. Вот. Вот. Девочки, что делать-то? Рубашка утонула. Во всем утонула, девочки. Целую и люблю вас. С уважением, ваша Багира.